Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Пламя быстро охватило деревянные дворовые постройки, два хозблока, объединенные под одной крышей. Сухая ветреная погода лишь ускорила распространение огня. И хотя пожарные были на месте спустя 4 минуты, сразу стало ясно, эти помещения уже не спасти. Полностью выгореть мог и деревянный жилой дом. Кирпичом были обшиты лишь его наружные стены, а огонь уже перекинулся на крышу здания, где был локализован и ликвидирован. Пожарным также удалось спасти и соседние дома. Пострадавших нет. Причина возгорания и сумма материального ущерба сейчас устанавливаются.